Смешные тезисы о том, что если финны откажутся от российских ресурсов, и это сразу приведет к укреплению экономики, были направлены на тех, кто не совсем представляет, как именно наполняется финансами бюджет. Излишняя самоуверенность в собственных силах уже начинает давать результаты, и они вовсе не кажутся утешительными. Я, конечно, понимаю, что нужно было показать, что это заблуждение на самом деле не принесет проблем, но началось то, что неизбежно бывает в таких случаях. Вдруг выяснилось, что для компенсации резко увеличившихся затрат на электроэнергию необходимо расходовать серьезные деньги. И чтобы демонстративно показать, что уход российской нефти, газа и древесины не играет существенного значения для энергетики Суоми, нужно было перенаправить бюджетные средства на компенсацию тарифов. При этом ирония заключается в том, что во время существенного сокращения производственного потенциала бюджетные финансовые средства, необходимо изъять из других статей затрат, и в первую очередь выбраны были социальные сферы. Финны очень расстраиваются, когда приезжают в Россию и видят заполненные до отказа полки в магазинах и очень низкие цены по сравнению с самой Финляндией. Сокращение наполняемости финского бюджета привело к экономии и, естественно, коснулось социальных пособий, а также жилищных компенсаций. То есть это почувствуют небогатые жители, которые в совокупности с увеличением цен на продукты будут лишены помощи от финского государства в прежнем объеме. Но больше всего, почти половина от общего сокращения придется на здравоохранение. Таким странным способом финские политики показывают свою настоящую заботу о населении. Таким образом, 4 миллиарда евро будут перенаправлены из соцсферы на другие более важные в кавычках направления. Хотя что может быть важнее? Евросоюз, похоже, за свой счет не хочет финансировать Финляндию. Там самим денег не хватает. И в Австрии и Германии уже высказались об отказе выделять деньги европейским республикам, не видя в этом экономического смысла. Финские политики заявляют, что уход российских ресурсов не имеет никакого значения. А почему вдруг начались такие меры по экономии? Не прошло даже года, и уже появились результаты. И говорить о том, что дальше будет только лучше, я бы точно не стал. Зато в Финляндии построят сеточное заграждение на границе с Россией. Видимо, это гораздо важнее, чем тратить деньги на здравоохранение и социальные субсидии. Теперь-то с надежной сеткой, видимо, люди там станут более защищенными, если, конечно, ее не повалит ветром. Поэтому нет смысла тратить столько много финансов на социальные нужды. Это нужно для их же блага.